Они даже ярмарку не убрали, смотри. Очень мало людей, очень мало. Обычно сюда люди на ярмарку ходят, а тут люди просто гуляют, как в парке. Ну, это, естественно, то же самое, что и с озером Лэй, куда я ходил по несколько раз. Сейчас просто в парке запретили прогуливаться. Глухой, наверное. Да они не убрали еще ярмарку, смотри. Ярмарка как была, так и осталась. Пусто, как в мертвом городе, клянусь. Рабочие здесь, люди, которые просто гуляют, и все. Даже посидеть негде будет, я думаю. Эх, это не страшно, в принципе. Что, оказывается, у меня стальные яйца есть. Многие говорят, да. Если вы пойдете на торговую, то там будет полиция. Вы будете платить за это штраф. А я нет, я спокойно пришел. Никаких проблем нет, блин. Даже полицейских я не видел. Чё? Полицейские вот там углу стояли, около ЦОМа. Здесь я что-то не заметил. Блин, здесь люди как мышки себя ведут. Видишь, как тихо? Я такую тишину первый раз в жизни вижу. Тем более на торговле. Дальше, наверное, спущу еще же. Уборщики палы тут. Там вот все закрыто. Ага. Когда я сюда приходил, такого еще не было. Вот тут можно затаиться. Якобы вот полицейский приезжает, а ты прячешься. По моим сведениям, мне кажется, в начале того, когда ввели вот это условие отправить смс на 2 часа и выйти только в магазин, а не гулять там где-то поблизости, то спустя некоторое время, когда постепенно карантин начинает улучшаться, то вот мне кажется, что полиции становится все меньше и меньше. Люди не пытаются это убрать, я не знаю почему. Наверное, если я пройду дальше, там будет костер, который даже не смогли разжечь. Человек не додумается сюда приехать, ибо он думает, что это место охраняют, что на торговый нельзя гулять и так далее. Хотя здесь смысла нету гулять, по моим данным. А вот тот самый костер, который пытались разжечь, они все еще не разожгли его. Все как есть, так и стоит. Хорошо, что некоторые люди гуляют, некоторые люди остаются дома. Впервые вижу такую торговлю.